В Москве состоялась международная научно-практическая конференция «Корейцы и православие». Она является частью юбилейных мероприятий по празднованию 150-й годовщины добровольного переселения корейцев в Россию, которые проходят в различных субъектах Российской Федерации. Конференция прошла по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в стенах Заиконоспасского мужского монастыря Москвы. Ровно 150 лет назад в России появились первые корейские переселенцы. Они стали обживаться на российском Дальнем Востоке в середине 19 века. Уже в первые годы формирования корейского населения в Приамурском крае его администрации было обращено внимание на необходимость распространения среди переселенцев православной христианской веры. Но и сами корейцы охотно соглашались креститься, потому что считали крещение актом вступления в русское подданство. Сохраняя свою национальную самобытность, корейцы с искренним интересом знакомились с православием, и многие принимали его в качестве своей веры. Первая корейская деревня из 14 семей была основана на русской территории в 1864 году, а уже спустя 2 года будущий святитель московский Иннокентий Вениаминов, тогда правящий архиерей обширной Камчатской епархии, пишет святителю Филарету Дроздову, митрополиту Московскому и Коломенскому, о том, что корейцы охотно принимают крещение. В 1870 году при генерал-губернаторе Восточной Сибири Михаиле Корсакове в Южно-Уссурийском крае местные власти убедили его в том, что корейцы охотно примут православную веру, если светское духовное руководство обратит на это надлежащее внимание. Сразу же после этого приморскому губернатору было предписано оказывать духовным лицам всяческое содействие в этом благородном деле. Поскольку сотни тысяч корейцев переселились в нашу страну, то они стали узнавать российскую культуру, православие. Но это был взаимный процесс. В это же время, второй половине 19 века, начались сначала путешествия российских ученых, специалистов в Корею, российских чиновников, торговцев, которые стали устанавливать взаимные связи, и это тоже вызывало интерес в Корее. Одна из главных целей конференции – раскрыть подвиг и самоотверженные труды русских православных миссионеров на ниве духовного просвещения корейских переселенцев. Развитие миссии среди корейцев Приморского края и Приамурья, а в дальнейшем и по всей России, является ярким примером вовлечения мигрантов в духовно-культурную сферу русского народа, русское цивилизационное пространство, при сохранении национальной самобытности этнического меньшинства. Самым известным русским миссионером среди корейцев является святитель Иннокентий, митрополит Московский. Главная цель была узнать пообстоятельнее, почему переселяются корейские семейства, что ими движет, и достаточно ли одного священника, который находится в пасьете для окормления своей паствы. В работе конференции приняли участие известные общественные и религиозные деятели, ученые-религиоведы, историки, представители органов государственной власти и студенты факультетов востоковедения московских вузов.